have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки, 12 серия Дреджа, и 6 утра у нас. Нам нужно сделать некоторые вещи. Во-первых, мы собираемся ночью, уже 6 утра, так выглядит, или... Я не помню, чтобы у нас такие дожди были. Черт, я не позакидывал... Давайте я крабовые позакидываю пока что. И спасибо. Раз. Два. Три. Есть. Теперь установим на скорость. Давим тапок. Так, F. Респект, точно. Значит. Во-первых, нам надо дождаться ночи. Блин, тут была всего одна акула. Пока мы дожидаемся ночи, мы сейчас с вами быстренько сгоняем. Да, блин, скоро же я ж попросил. Мы сейчас с вами быстренько сгоняем обратно к старой локации, с которой мы приехали в прошлый раз. По одной простой причине. Я тут подумал, что... Прибрежные, мелководные, океанские, вулканные, мангровые. Не, нет оборудования на глубинные? Погоди, а в смысле? У меня нет оборудования на... Вот это интересно. Мне вот что интересно, там же был водопад. Я почему-то уже тогда, не знаю, то ли уставший был, то ли что такое. Ведь игры всегда в водопадах прячут всякие сокровища. Хорошо, что я не долбанулся. Сейчас я продам быстренько акулку. На, держи, 110 баксов, что уже хорошо. Слушай, а где мне тогда взять... Если хочу глубинных ловить... Прибрежные мелководные, океанские, прибрежные мелководные, вулканные, мангровые. Океанские, прибрежные мелководные, вулканные, прибрежные, мангровые, мелководные, мелководные, мелководные. А где мне взять глубинные? Прибрежные. Погоди. Так, а, кстати, я что хотел-то, верфь... Да, у них... А, у нее теперь тоже можно покупать. В общем, это к тому, что у нее теперь можно регулярно детальки выкупать. А нам это нужно. Нам проще время от времени покупать у нее по одной детальке, что-то прокачивать. Вот, глубинные пучинные. Почему я не могу их качать? Ребят, вы че? Глубинные пучинные океанские. А у меня сейчас что стоит? Прибрежные мелководные океанские. Прибрежные мелководные. Короче, вот эта штука у меня только океанские. Но она 32% дает, кстати. Так, а ты у нас... У меня тут две. Ну, то, что две, оно мне не особо что, кстати, дает. Океанские. Прибрежные мелководные. А это что дает мне? Океанские мелководные мангровые. 28%. Да, в энциклопедии у нас кое-что появилось. Сейчас, мне нужно немножечко рассортировать, что у нас вообще происходит. Океанские, мелководные и мангровые. Прибрежные, мелководные и океанские. А эти мангровые вулканы, мелководные и прибрежные. То есть, получается, океанские. Ладно, ну, мне все равно нечем ловить пучинных. Вот в чем проблема-то. Поехали к водопаду. Я сейчас на самом деле рискну, наверное. И починиться я смогу. Так что...
Да. Тут есть чертов секрет. А, и тут тоже глубинные. А это же селедочный король. Это то, что мне нужно для квеста. Так, хорошо. Заглянуть внутрь. Металл, который мне уже не нужен. А вот мешок, большой мешок, едва ли он... едва ли не лопающийся от золотых дублонов. За него, наверное, может получить целое состояние. Вот этот я заберу. Черт, селедочный король, это что, что мне надо? Так, мне нужно понять, как... как мне прокачать, чтобы получать вот, вот эту рыбу. Как, ну, то есть, что мне сделать, чтобы те удочки стали мне доступны. Можно, кстати, порыбачить. Раз я собрался... Ой, нездоровый, я забыл про это. Покупать у нее детальки. Да, блин... Две штуки тут было. Ну-ка, еще одну детальку я смогу у тебя купить. Так, рыбный рынок. Продаем. Крабы. Наверх. Я могу у тебя вот это продать? Могу, конечно. Еще одну детальку. А еще одну деталь купить не могу. Хорошо, по крайней мере, у нее могу покупать по одному динамиту. А, знаете, что я думаю? Так, двигатели у нас выкачаны все. Может быть, мне надо все эти ловушки каким-то образом попрокачивать, чтобы мне открылось там что-то. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь. Глубинные пучины и океанские. Блин, мне бы вот эту штуку. Эх, печаль. Ладно, давайте я пока что буду... Давайте я сеть прокачаю. Я просто не знаю, что мне для этого нужно. Поэтому я буду качать пока что все, что есть. Так, минуточку, мой трюм. У меня ничего с собой лишнего. У меня с собой деньги лишние. Ну, хорошо, знаете чего? Я... Вот это еще положу в трем. Я надеюсь, я смогу там сложить. Давайте, поехали. Я хочу сейчас ночью, когда я доплыву до острова, хочу пощупать там черный монолит вот этот. Так, нам сюда. Вон тут островочек. Как раз мы туда приплываем вовремя. А потом с утреца можно будет и крабов там пощупать. Ох ты ж, ё, чуть не врезался. Где была эта фигня? А, вот. Во-во-во-во-во. Я давно уже хотел это сделать. Ну-ка. Камень тихо гудит. Да-да-да-да-да. Ну-ка. Положить руку. Холодный камень не отвечает. Печаль. Я думал, что ночью оно будет работать. Вообще, я надеялся, что оно так и работает. Так. Взять все. Взять все. По одному крабику маленькому оно нам поймало. Ха-ха. Вон эта фигня. Так. Нет, это мне не надо. Давайте мы золото попродаем. Значит, мой трюм. Сюда. Так. Так. И вот так вроде как, да? Да. Что нам предложит... Так, минуточку, а с докером у нас что? Стоит на краю причала, не сводя глаз с воды, в явном ужасе, что там в глубине. Ясно, он, по-моему, чутью. Так, добро пожаловать на полштуки. Cash for gold, ачивочка приехала, отлично. Наличка за золото. Так. Это на самом деле Easy Money, что называется.
Да. Это сейчас обидно было. Просто пока мы плывем обратно, можно немножечко поперерыбачить тут. Что тут есть? У нас трюм уже здоровенный. Мы можем себе позволить опустошить местные природные запасы. Нет? Нет, нет, нет. Так, ты, дружище, идешь сюда и сюда. О, мы нашли этого чудного. Ага, все. Супер. Уже 6 утра. Хочу ли я поспать? Наверное, да. Я бы поспал сутки. Так, торговец рыбой, давай, дружище, забирай все. Оно и так не особо дорогое. Значит, да, спим. Отдых до рассвета. Сутки поспим. Вообще в этом ничего такого не вижу. Так. Нам нужно понять, как бы нам получить что-то глубинное. Хорошо. Куда мы сейчас отправимся? Я предлагаю тогда хребет дьявола. Думаю, да. Ловушки пусть для крабов пока работают. Мы потом вернемся, заберем и все, что в ловушках. И заодно сами ловушки подберем и починим их. Это не проблема. Вот сюда нам надо. Здрасте. Офигенная штука. Я ничего не могу сказать. Офигенная штука. Здесь в прошлый раз нас убили. Это был, кстати, первый раз, когда нас грохнули. Ничего не скажешь. Хорошие воспоминания, приятные. Так, детальку я у тебя могу купить? Раз ты у нас тут паркуешься, такая вся... Нет? Стой осторожно. Долго-долго нас подтягивают. Детальку, пожалуйста. Да. Я буду просто по КД. Есть что-то на одно, я буду прокачивать на одно. Отплываем. Сначала предлагаю тут все повзрывать нафиг. Все, что можно. Драгоценности. Победителя по жизни. Так, а что? Вон эта штука. Вон эта штука. Она очень здоровая. О, погоди. Такого мы еще не ловили. Мне кажется, что когда мы тут были в прошлый раз, я еще не мог ничего такого ловить. Ладно, посмотрим, сколько они стоят. Так, вот эту штуку можно взорвать.
использовать. Есть глефа. Предлагаю пока что свалить. Нет, нафиг! Все, я швартуюсь, идите к черту. До свидания. И безумие тоже идет к черту. А, это безумие. Так, рыбный рынок. Посмотрим, почем тут рыбка. How much is the fish? Кстати, нормально. Нормально по цене тут рыбка. Очень даже ничего, мне понравилось. Глефа. Древняя каменная плитка. Погоди, глифа. Глифа — это же оружие. Вот я постоянно путаю эти два слова. Возможно, торговец из Малой Соли что-то о ней знает. Ага, вот что вы мне предлагаете. А, тогда давайте так. Верфь. Спим. Ну что, безумие нас неплохо так накрыло. Что я думаю? Заглянуть в торговцу. Понял, загляну. Энциклопедия у нас добавилась. Так, карта. Еще две находятся там. Давайте выходим в море. Сейчас вот так вот обойдем. Блин, она на меня нацелилась. Ни на чем урон просто получил сейчас. Еще один кубок, что в принципе. Нужно будет вернуться за взрывчаткой сейчас. Потому что я две потратил, надо было с собой больше взять, я что-то не подумал об этом. Кстати, бонусная локация. Хоть тут и есть эти призывальщики. Блин, они сагрились на меня, но здоровая фигня вроде как не пришла. О! Еще, кстати, сразу мутант попался. А, обломись, придурок. Так, рыбный рынок. Давай, чинимся. Рыбный рынок, чинимся, да, отлично. Хорошо сказано. Так, продам. Знаешь что, наверное, в трюм. И да... А, стой. Есть деталька? Есть. А, и также... И в трюм. Надо взрывчаточки с собой поднабрать. А также... Качнуть вот эту штуку.
Спим до утра. Супер. В общем, я так понимаю, что нам нужно взрывать вот эти локации, чтобы за нами подзывальщики не уцепились. Все, понял. Что подзывальщики призывают вот это говно, и тогда становится не очень хорошо. Вторая. Да. Чем больше у меня шорткатов, тем лучше. Потому что он-то может проплывать через вот эти места, а я не могу. Черт, у подзывальщиков. Ну-ка, а ты кто? Глубинные. Угу, спасибо. Как прикольно, что они этого не слышат. Так, а это... Это второе место, погодите. А, вот... А, их надо же еще распределить по этим. Я понял. Свидание, неудачники. Так, еще одни черные камни. Драгоценности. Мы все равно сейчас поплывем к чуваку. Дай, блин. Надо будет у него расспросить про эти вещи. Так что драгоценности с собой — это как раз то, что нам нужно. Мы все равно их будем все продавать. Так, камень гудит, положить руку, камень не отвечает. Это у нас уже стандартная процедура. Не знаю, что за фигня с этими камнями. Колечко. Вон это говно. Оно тут как-то патрулирует, оно тут как-то это. До свидания. Что еще могу взорвать? За мной гонится, нет? Тарелки. Нет, тарелки — это, конечно, классно. Иди лесом, иди лесом. Я могу тут поспать. Нет, это в принципе устроит. Я нашел два камушка, две руны. Так, давай отдохнуть. Сейчас утром можно будет поехать глянуть оставшиеся кусочки. Именно на предмет того, чтобы как взорвать. Тут очень много проходов, которые можно себе освободить таким образом. Блин, оно услышало, да? Использовать. В смысле у меня нет взрывчатки? Дружище, в трюм срочно. Я все использовал, я же, ну, я типа с собой нормально так взял.
Сейчас мы еще немножко. Так. Смотрим. А значит, это идет нафиг, 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 нафиг. Это грузу, грузу. Возьму все, что есть. Потом лучше выложу. Тут ее много надо. Вон то место, я лучше подойду с этой стороны. Вроде как относительно безопасно. Хорошо. Третий камень. Супер. Все три глифа нашли. Ай, больно. Это печально, я еще и без двигателя остался. Но мне нужно туда, на плавающий понтон. Я остался на скольких двигателях я остался? Только на маленьких. Блин, а оно тут. Я могу и не убежать. Я могу и не убежать. Это не прикольно совсем. Это все дорого будет чинить двигатели сейчас. Плюс по две починки, плюс еще и детальку покупать. Такая. А, это что-то новенькое. Вулканическое. Одну выловил. Это вообще запас рыбы-то, кстати, не очень большой, если что. Ну, ладно, что есть. Ну, пока что идет, кстати, неплохо. Получается, у нас есть три, грубо говоря, камушка. Так, трем, трем, трем. Две штуки оставлю у себя дежурные. Теперь вверх. Ремонт полный. Детальку покупаем. Хорошо. На месте прокачиваем что? Хочу. Так, остались по две прокачки. Ну, поехали тогда в ловушки. Раз мы идем в эту сторону. Улучшено. 7. Давайте. Начинаем вкидываться сюда. Вообще без проблем. Спим. И надо будет на соли сейчас смотаться. В принципе, мне задача-то понятна. Что, где, как размещать. Но я бы такой, что сначала бы узнал. Так, а нам случайно не туда? Туда. Я бы сначала узнал перед тем, как что-то делать. Поэтому уходим из мангровых вод. Пойдем там крабов сейчас подберем и ловушки все починим. А смогу ли я купить деталь у себя там в соли? Кстати, там вроде не продавали. Пустым-то приходить не хочется. Я понимаю, что там крабы будут. Но мы сейчас с вами опять начали деньги тратить. И ёпперас это. Не хочется приходить пустым. Ну, так улы стоят, по-моему, если я правильно помню, по сотенке за штучку.
правда, только две штучки. Штучный товар. Давайте дуем на полном ходу. Я знаю, я мог бы телепортнуться, но почему-то мне кажется, что не стоит использовать телепортацию слишком часто. Идеальная акула. Отлично, 4 акулы поймали. Сейчас посмотрим, если нам за это хотя бы 4 сотни баксов дадут. Я буду рад. С рыбой нормально, 5 сотен дали, хорошо. Мастер, 3000, 2100 и 750 это 2850, это на 150 люмен. Блин, да, хочу. Хочу вот эту вот красоту. Детальки она не продает, но она продает очень крутую штуку, поэтому я не против. На обратном пути. Все на обратном пути. Сейчас пока что сюда. Так, мой трюм. Во-первых, так. Торговец. Неплохие деньги. Теперь, а просто поговорить с тобой. Добро пожаловать. Значит, давайте я выложу в трюм. А, здравствуй, чем могу... Вот, показать ему каменную плитку. Торговец берет у вас каменную плитку и внимательно изучает со всех сторон. Поразительно. Да, полагаю, это только часть большой композиции. Он тянется к верхней полке и достает с нее похожую плитку, только покрытую толстым слоем пыли. Несколько лет назад я нашел похожий фрагмент. Вы ведь обнаружили его возле руин в хребте дьявола, верно? Да. Полагаю, это там и... Это там не единственное. Я оставлю ее себе и внимательно изучу, а вы пока поищите другие фрагменты. Вы нашли еще одну? Чудесно. Позвольте взглянуть. Торговец берет у вас каменную плитку и кладет ее на стол рядом с остальными. Судя по возрасту камня и форме символа, этот фрагмент из одного набора. Я пока придержу себя, вы ищите дальше. Судя по всему, у нас должно получиться квадрат, так что будем надеяться, что осталось найти только последний фрагмент. Вы нашли еще одну? Чудесно. Позвольте взглянуть. Торговец берет у вас каменную плитку и кладет ее рядом с другими. Затем он переворачивает и соединяет в квадрат. На обратной стороне плиток начинают появляться новые символы, отбрасывая зловещий цвет на низкий потолок. Продолжайте. Он начинает переписывать символы на обрывах старого пергамента. Кажется, что каждое движение его руки требует невероятной концентрации. Через пару минут он укладывает ручку и начинает читать вслух. Когда звезды не светят с неба и настает непроглядная ночь, свои шрамы пучина разверзнет, лишь путеводный свет нам сможет помочь. Я знаю только об одном путеводном свете, но это скрижаль явно на много веков старше маяка в Большой Соли. Теперь все части собраны, единое целое. Не хотите забрать готовую скрижаль? В теории она может открыть какой-то замок, но какой и где? Крайне любопытная загадка. Обязательно расскажите мне, если узнаете что-то еще. А пока что, может, у вас есть какие-то украшения, которые меня бы заинтересовали? К сожалению, нет, дружище, тебе все только что подал. Это офигенно, кстати. Так, горящий отец. Да, тут больше ничего же не будет. Ну-ка, в энциклопедии у нас это. В поручениях. Найти дверь, которую можно открыть с помощью собранной из плитки скриж... Жаль, если верить переводную рун, то на скрижале появляется какой-то путеводный свет. Путеводный свет. Уж не значит ли это, что надо ночью туда соваться? Вполне возможно. Давайте. Блин, надо было ее сложить, че. Он тут один был. Единственный одинокий мутант. Так, взять все. Забрать.
забрать. И забрать. Надо будет еще раз сюда вернуться сейчас. Крабов наловилось, кстати, до задницы. Это неплохой способ оставлять здесь. Но разве что, что крабы здесь не очень дорогие. Да. Забрать. Сейчас мы починим их. Интересно, сколько мне починка-то обойдется. Путеводный свет. У меня есть предположение, что еще к антиквару можно зайти. За советом. Зря, наверное, в трюм, кстати, положил. Так. Вот это там звуки интересные. Давайте, наверное, вот что мы сделаем сейчас. Во-первых, нет, вот так, во-вторых, вот так, а в-третьих, мы сейчас на утро сделаем пару вещей. Мне кажется, антиквар явно что-то мутит, хоть мы и выполняем его основной квест. Мастерская. Зайти внутрь заперто. Почему я надеялся, что это здесь? Так, когда... Что делать, когда соберешь все реликвии? Он задумается на мгновение. Удивительно, да? Как мы все-таки привязываемся к простым вещам, но они ни разу не простые. То, что не способны говорить, общается с нами иными способами. Если я покажу тебе игрушки из детства, на тебя нахлынут воспоминания о, казалось бы, давно забытом. Они обладают силой возвращать то, чего, что было утеряно. Еще что-нибудь? Нет, ничего. Он тоже не особо что хочет об этом рассказывать. Тогда дуем обратно к мангерам, хребет дьявола и в храм. И в храм. Там, не знаете, не в храм. Давайте, знаете что? Во-первых, вот сюда. Нам нужны деньги, поэтому... Мы сейчас с вами парочку марлинов поймаем. Так получилась плавочка, парочка. Погодите, а вот тут у нас ничего не было? Такое местечко? Вроде как тоже. Ну, я помню, что я тут был, я не помню, что здесь. Статуи. Сникерсы, фигикерсы. Я практически уверен, что я сюда причаливал. Просто опять же, из-за того, что это было давно, я не помню. Лагерь. Ну да, я тут уже все изучал. Просто видите, тут вещи, которые вроде как соответствуют антуражу. Мне явно не сюда, а вот сюда. Давайте на плавучий понтон. Сначала продадимся, закупимся. А уже потом будем размышлять, что нам делать. В каждой локации у нас есть какая-то тварь, которая опасна и которая нам мешает. Блин, ну тут прям много этой рыбы.
Я мог бы, наверное, вместить еще одну, но не буду. 18:30. Так. Хорошо. Сейчас будет ночь. Во-первых, копируем. Во-вторых, ответ. Ай, деталька не появилась, обидно. Во-первых, отдохнуть. Не вижу свет. Так, ладно. Давайте тогда сделаем так. Фанатик. Что такое? Я ищу затонувшие реликвии поблизости. Были такие, были какие-то кораблекрушения? Реликвии? Например, что-то вроде этого? Из складок одеяния достает старинные карманные часы. Вокруг них разлетаются и шипят морские брызги. Вижу, они тоже тебя манят. Меня они нашли в ритуальном испытании, когда я искал останки существ, наделенных силой. Когда я впервые взял их в руку, они коснулись самого моего духа и спили от него. Но со временем я начал ценить наш странный союз. Так будет и с тобой. Когда мы завершим приготовление к ритуалу, это станет твоей ношей. Что-то еще? А что за свиток? Я нашел его. На закате моей прошлой жизни его выбросил на берег, как и все великие дары моря. В конце концов, мне удалось расшифровать эти руны. Здесь говорится о непостижимой двери, а те несчастные искалеченные рыбы, что проплыли через нее, их плоть способна стать ключом. А кто-нибудь еще разделяет эти убеждения? Попадаются лицемеры, самозванцы, такие бездари, а просто... Просто насмешка над морской бездной. Я пытался наставить их на путь верный. Но вскоре я убеждался, что они уже не способны видеть путевой свет. И оставлял их наедине с этой неутолимой жаждой. Что мне нужно сделать еще раз? Я должен подготовить ритуал. Зажги 3 каменных тигля в храме с помощью негасимого пламени. У трех святынь пучины тебе откроется новое знание. Отсюда до каждой не так далеко. А как мне их зажечь, извини? Древний храм. Так, хорошо, давай отдыхаем до утра. А, каменные колонны. Древние изображения, надписи, какие-то изображения, хотели смотреть. Так, это уже смотрела статуи. Левую. Статуя держит каменный тигель. Он пуст. Ага. Я, кажется, немножечко понял. Ну как немножечко. Вроде как что-то начал осознавать. Так, аккуратненько крадемся. Нам нужны статуи здесь. Не попадаемся под рыб. Тут куча драгоценностей раскиданы, я, конечно, ценю, но мне нужно нечто иное. Так, это то место, где я нашел камушек. Пока я этот квест понимаю немного не до конца, что ли. Так, сюда мне не надо. Давайте-ка я плыву с другой стороны, попробую то место, которое я видел до этого. Да я не смогу ловить, да. Это я смогу ловить.
О, погоди, вот место, да? Так, пещера. В тусклом свете можно разобрать рисунки, которые покрыты обе стены пещеры. Смотреть левую стену. Здесь изображено рождение цивилизации. Свет огромного маяка отпугивает на некое существо со щупальцами, появляющееся из моря. В тусклом свете рисунки правую. Здесь изображен закат цивилизации. Изображение вулкана разрушает маяк. Люди пожирают чудовищные... Людей пожирают чудовищные твари. Здание превращается в руины. Ясно. Значит, нам наверх. Древний маяк. Вы поднимаетесь по высокой лестнице к древнему маяку. Вас встречает массивная каменная дверь. Ручки не видно, зато вы замечаете... Да. Углубление. Собранный из плиток скрижаль со щелчком встает в углубление. Дверь со скрежетом открывается и сдвигается внутрь. Войти, конечно. Вы заходите в древний маяк. Лестница наверх обрушилась, так что дальше хода нет. Все вокруг покрывает толстый слой пыли. Но кажется, под ней вы замечаете что-то ценное. Вы издеваетесь, конечно, я это заберу. Так, а ты у нас небесное светило. Необычайно яркий и компактный светило. О, серьезно? В трюм. Вообще без вариантов. Я это заберу. Если это не квестовый, забирайте все, что было в комнате. Покинуть. А, нет, это... Черт, придется здесь спать до утра. Ну и пофиг, кстати. Рыба немножко пропадет. Ну, пофиг на рыбу. Это офигеть, какое интересное место. Интересно, это вот светило. Это что-то квестовое? Или же нет? Офигеть, что я нашел. А, вот тут эту штучку еще можно взорвать. Тут у нас ребята. Там у нас эта фигня слепая. Вон, вижу. Мне явно туда использовать. Каменное святилище. Резьба на вертикальной плите изображает двух уродливых рыбин, называющихся под... Двух уродливых рыб, называющихся под лучами солнца. На нижней плите видны две канавы. Мне нужна еще одна уродливая рыба. Наша встреча была ошибкой. Вон еще. Короче, блин, мне надо относительно много нарыбачить, да? Блин. Хорошо, я примерно тогда понял, что нам делать, по крайней мере. Таких места будет три. Таких места будет три. Хорошо, значит, мне нужно, получается, наловить мутантов, понавставлять их и... Отвали от меня. Так, верфь. О, так и не появилось. Это печально. Так, тогда это складываем. А на рыбном рынке мы это продаем. Кстати, 160, неплохо.
Жалко, я надеялся, что деталька-то появится. Хорошо, ребят, тогда давайте на этом серию будем заканчивать. Надо наловить мутантиков, притащить их сюда и повтыкать. Надеюсь, их хватит по две штуки. Посмотрим. Все, спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодчик. Всем покеда.